постоянно заботимся о каждом гражданине России. Сегодня оптовое звено имеет цену на топливо 13-14 рублей. Почему в рознице это свыше 25 рублей? Сегодня по всей России проходят такие акции. На Дальнем Востоке справедливый вопрос. Почему в Китае цена на бензин ниже, чем на нашем Дальнем Востоке? Чем это обосновано? Их население и подавляющего населения нашей. То, что нам пообещал там товарищ Жуков, который участвовал, принимал нас. Топливо слишком дорого. А топливо дорогое, дорогое продовольствие. Дорогие услуги. Это дорогая жизнь. Меньше пенсии. Меньше пенсии, соответственно. Это плохо, когда высокие цены на топливо. Это основополагающая вещь. Причем последнее повышение пришлось в последний год. Как... Не понаслышке. Наше трехстороннее соглашение отраслевое не выполняется. Чему устраивает? Сколько? 95, 26 рублей, да? Грубо говоря. Ну, через концу года, наверное, уже 30 будет. Я думаю, что это... Тем более у нас свои есть, как бы, источники, откуда брать. Не даст результат. Потому что... А кто даст? Ну, если у нас цены повышаются, то они никогда практически не опускаются. Это еще при СССР было.